Девочки, мальчики, у нас беда-беда, катастрофа в Америке. В общем, глобальное потепление. Смотрите, что происходит с моими цветами. Видите? Вот это вот тюльпанчики, нарциссики. Сразу видно, где я их посадила. Видите, зелененькие росточки. Вот здесь какие-то цветочки лезут. Мне кажется, вот эти те, которые как подснежники. Короче, не знаю, девочки, мальчики, садоводы мои, подскажите, что мне делать? Я вот думаю, может быть, мне их выкопать. У меня горшки есть. И посадить их дома. Потому что у нас через неделю обещают морозы. И я боюсь, если я их вот так вот оставлю. Смотрите, какая красота лезет. Потому что на улице у нас весна. Представляете? Ну что, идем домой. Мы тут с Жончиком вдвоем. Дэвид в школе. He doesn't drink it. Once in a while he might have one, plus if I have one today. So I think we're probably good for Oli. Pork chops. Ninja. No more ninja. So what about pork chops? If they have. Yeah? No? Yeah, we could do it. Yeah? Ну, короче, куплю свининки. Так, а что у нас тут еще? Может, что надо? Не, курица есть. Вот целая есть. Грудки. Там у меня еще немножко фарша. Так, да, фарш еще есть. Это овощи. Кстати, девочки, мальчики, вот эти овощи очень удобно. Джончик любит. Вот совет даю. Немножечко вот этой смеси. Немножечко овощей и с рисом. Перемешать и туда добавить курочку. Короче, что хотите. Объедение. Вот, я ему сегодня с утра приготовила, у меня там макароны завалялись. Так вот, все съел. Ну, я вот уже все в мойку поставила. Думала, не доест, там целая сковорода была. Доел. В общем, вот так. Да, весна-весна. О, давайте заодно вам покажу мои амарилусы. Смотрите, какая красота, ребят. Все, лезут, скоро откроются. Дади сбежал, смотрит там новости, короче, все плохо, но это мы с вами потом поговорим. Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. С нами снова ваша самая замечательная, обаятельная и привлекательная умница и красавица, иммигрантка Ирина. Мои дорогие, мои золотые, ну, конечно же, сегодня у нас Рождество. И я каждого из вас хочу поздравить с этим праздником, с Рождеством Христом. Пожелать каждому из вас здоровья, удачи, счастья, всего самого наилучшего. Мои дорогие, будьте счастливы. С Рождеством. Ну что, ребят, поедем в магазин, потому что все эти дни я проболела. Ну, я еще болею, на самом деле, просто сегодня я уже более-менее хоть... как-то дышу нормально и говорить могу, потому что до этого у меня был такой осипший голос, я думала, ну все, капец. Вообще, говорят, что все болеют, особенно у нас здесь в Нью-Йорке, поголовно. Так, что тут у меня постоянно перекручивается? А, нет, нормально. Ой! Как все-таки женщине сложно разобраться вот со всеми этими принадлежностями в машине? Ну, не всем, конечно. Некоторые очень умные женщины. Все умеют, все знают, без мужчин. Так, ну ладно, что хотела рассказать. Самое главное, девочки и мальчики, у меня новый проект. Новая, ну, я так бы сказала, новый геморрой. Да, по-нашенски. Ой, ребят. Как это все достало? Это все житейское. Я не хочу сказать, что это прямо все капец-капец, но вот понимаете, я даже вот не знаю, когда же это все закончится. Когда же вот настанет тот момент, когда можно вот так вот сесть, вздохнуть, почувствовать, что все сделано, все хорошо, все замечательно, не надо никуда торопиться, не надо ничего срочно делать. Все хорошо. Вот когда? Когда этот миг наступит? Мне кажется, никогда. У меня, ребят, заканчивается русский загранпаспорт. По-моему, где-то в конце июля. И мне, соответственно, нужно подавать на новый загранпаспорт. Естественно, я это буду делать здесь.
в русском посольстве, которое находится в Нью-Йорке, ну, на Манхэттене. Вот, оно, кстати, работает, все там в порядке. Единственное, нужно сделать предварительную запись, нужно заранее распечатать анкету, ну и, соответственно, послать ее в электронном виде. Но что самое главное, девочки, мальчики, в чем весь этот геморрой? В том, что я поменяла фамилию. То есть, когда ты выходишь замуж, да, ты меняешь фамилию. Кто-то не меняет фамилию. Я на самом деле, я знала, что это будет для меня проблемой. И скажу честно, я не хотела менять фамилию. Но тогда бы возникла проблема при получении грин-карты. Потому что вы же приходите туда и доказываете, что у вас семья-семья, любовь-любовь. А тут получается, я фамилию мужа брать не хочу. Значит, тут уже есть вопросик. Конечно же, это очень удобно здесь в Америке находиться мне под фамилией Джона. Все страховки, все дела, все на одну фамилию. Вы скажете, ну и что, поменяла и поменяла. Так вот, перед тем, как поменять русский паспорт, я должна принести им доказательство, что я поменяла фамилию здесь, и поставить апостиль на эти документы, на перевод этих документов. В общем, все это, ребят, занимает где-то порядка месяца. Честно говоря, знать не знала. Но я позвонила своей очень хорошей знакомой. Кстати, я ее рекламировала. Я вам ее покажу. Поедем к ней. Самое обидное. Вот снова. Мужчин это никак не касается. Да? Вот Джон только мне претензии предъявляет. Я ему говорю, ты пойми, Джон, если я поеду в Россию, то мне придется сразу менять фамилию на мой внутренний паспорт. А сколько это займет там, в России, я понятия не имею. Ну, а я, ребят, подъехала к нашему любимому магазину Costco. И пойдем посмотрим, что там осталось после новогодних праздников. Вот такой LG, здоровенный. Где тут диагонали? Вот, смотрите, написано 1199. И вот она диагональ. 85,6. 4K. Такой огромный телевизор. Кстати, нам бы такой подошел в бейсмент. Да. Но Джончик не любит LG, ему больше нравятся Samsung. Такая-то что. Ну и Sony, кстати, тоже. Ну вот, пожалуйста, Sony сразу. Двойная цена. 2299,99. Ну и немножечко поменьше, по-моему. Видите, сразу видно, что Sony лучше. Такс. Ну что, давайте следующий посмотрим, что там. Так, так, так. А это у нас тоже Sony, но подешевле. Не знаю, ребят, я в них не разбираюсь. Мне почему-то даже вот этот поярче кажется.